большая и такая маленькая рукавичка. Это простым словом, все, кто ухаживает за кожей, знают, что нужен скраб, да, очищение, такое хорошее, глубокое очищение кожи. Без очищения даже самый дорогой крем, он, ну, будет работать, ну, наполовину, а может даже на 30%. Я думаю, что все женщины, девушки, все со мной согласятся. Поэтому вот эта ткань, почему я ее очень люблю, потому что без нее не будет 100% результата, да. Поэтому тут уже, грубо говоря, без ограничений, да. Но опять-таки, если у вас очень сухая кожа, то раз в неделю достаточно. Если у вас жирная кожа, да, чаще. Если вы любите себя хорошенько прям потереть, получить эффект вот такой ванной, чтобы пылала, горела кожа, а оно так и да, оно так и происходит после нее, то вы себе трете. Если, да, у вас чувствительная кожа, нежная, если вы не любите вот такого вот активного напора, да, сказать, да? Активного вторжения, то для вас, вот вторжение, да, то для вас это белая рукавичка для чувствительной, для нежной кожи или для ежедневного купания. Для тех, у кого нежная кожа, чувствительная кожа, вот для вас подойдет наша рукавичка. Она мягчайшая, ну просто мягчайшая. И очень удобная. И, конечно же, вы когда начинаете ей пользоваться, тут уже, вы знаете, я могу сейчас из кожи вон вылезти, но вы поймете, когда вы попробуете. Хорошо мочим в воде, отжимаем, умываемся утром и вечером. Если вы вообще не пользуетесь косметикой, вообще, вы просто умываетесь, потому что, извините, когда вы встали с утра, у вас лицо, ну, даже у меня при моей достаточно сухой коже, лицо жирноватое. Нет, ну, даже это общеизвестный факт, что ночью больше всего кожа вырабатывает. Выделяется сальная жира. Да, поэтому мы и на ночь же всегда и крема наносим таких же, посерьезнее, да, которые, ну, работают с кожей. Поактивнее, да. Поактивнее, да. Поэтому после ночи обязательно нужно, естественно, удалить, да, все, что вот лишнее на коже. Вот. Я просто вот добавлю к тому, что вот если вы не красите, ну я, допустим, вот дома сижу с ребенком, да, естественно, мы когда выходим, я не крашу, то есть я крашусь редко, но я без этой ткани не просто, я не представляю, вот я сейчас без нее пару недель, потому что, ну так получилось, там моя старенькая, я не успела купить новую, я просто каждый божий день думаю, боже мой, как люди вот вообще живут без этого чистика для себя? Ну, да, я не знаю. Вот чем умывают? Они вот этими умывалками, сейчас куча же этих умывалок, но я, допустим, не хочу этого делать. Ну зачем оно мне на кожу? Я взяла рукавичку, да, намочила водички, я кожу свою прошлась, на рукавичке сразу видно, какая у вас кожа чистая. Очень, даже